Всем привет! Новости сегодня очень интересные. Давайте разберем самые актуальные. Не будем много болтать, а сразу приступим. Погнали! Некий фанат написал Хабибу в комментариях, что коронавирус – это, грубо говоря, чушь. Хабиб, я разочарован тем фактом, что ты веришь в это. Коронавирус – это афера 21 века. В 2003 году это не получилось сделать, потому что не было интернета. Все ходили с простыми мобильниками, и им не удалось запугать народ, убивая здоровых людей вакцинами, объясняя потом смерть человека, констатируя коронавирус. Тогда все незаметно закончилось. Сейчас же через всемирную сеть у них это хорошо получилось – запугать людей всей планеты. Хабиб не смог пройти мимо такого заявления от фаната и ответил ему так. «У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболело, 11 умерло и еще десятки людей в больнице, с моего одного села. В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить, извини, что не такой умный, как ты». Я считаю глупо писать Хабибу такие комментарии, когда у него отец лежит в очень тяжелом состоянии. Раскрутка боя Джона Джонса и Фрэнсиса Нгану переходит на другой уровень. Уже посыпались оскорбления. Фрэнсис Нгану написал Джону: «Привет, Джонни, ты еще здесь?» Джон Джон сразу ему ответил так: «Прежде всего, ты можешь оставить остальные изображения своего языка для своих дружков. И да, я все еще здесь. Как раз проснулся после просмотра твоего поединка с Дериком Льюисом. Тебя никто не боится, я видел, какое у тебя сердце. Ты большая старая мышь, я разоблачу тебя». Владимир Путин связался с Хабибом после новостей о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщил менеджер Хабиба Али Абделязиз. Президент звонил Хабибу несколько раз, сказал, что его отец получает всю необходимую помощь, спрашивал, что еще может сделать. Это немного нас успокоило, но все в руках Аллаха, все в руках Аллаха, и у нас есть вся возможная поддержка, которая только может быть. Вот такие вот дела на сегодняшний день. Всем желаю удачи, не болейте. Пока.